Залечили. В Орске в редакцию информационного портала «Урал-56» обратился человек, в теле которого врачи потеряли скальпель. Накануне Нового года мужчина поскользнулся и порвал мениск. По его словам, из-за небрежности медиков несложная операция обернулась длительными мучениями. Сказали так, что будет 2 надреза, и через 2-3 дня я окажусь дома. В моей ноге потеряли скальпель, который 5,5 часов искали. Мне приходится ходить в гипсе и на костылях. То есть вместо 2 надрезов 15 швов. Врачи говорят, что просто так получилось, что он слетел, скальпель. По словам молодого человека, врачи свою вину не признали. В самой больнице нашим орским коллегам ситуацию комментировать отказались, сославшись на медицинскую тайну. Ничего внятного не ответили в областном министерстве здравоохранения, хотя там факт произошедшего не отрицают. Я сейчас обратилась к нашим специалистам. Могу пока сказать только в 2 словах, что в Минздраве будет проведена проверка по данному факту.